Пане Романе, маємо, на жаль, невтішні новини з Одеси. Кількість жертв зросла до 19 людей, десятки людей поранені. Трагедія для всієї України, де й не лише для України, просто варварський удар російської ракети «Скандер-М» по місту. На вашу думку, це навмисно, аби нам постійно нагадували про війну, хоча ми її не забуваємо ні на мить? Чи яка мета таких ударів? Это продолжение геноцида россиянами украинского народа. Причем удары именно идут по жилым застройкам с большим количеством жертв среди гражданского населения. Вот россияне, увидев определенный алгоритм действий наших правоохранителей, наших силовиков, ДСНСников, которые они показали, допустим, после удара по жилым постройкам по Кривому Рогу недавно, после этого удара больше 250 правоохранителей, ДСНСников выполняли задачи по спасению людей. Сразу же, там, буквально через минуты, появились сотни специалистов, спасли больше 2 десятков жизней, там больше 20 человек они тогда вытащили, погибло 5 человек. И вот россияне, понимая этот алгоритм действий, понимая, что наши правоохранители тут же включатся в спасение, отправляют вторую ракету, которая накрывает уже в том числе и ДСНС, и нацполицию, которая проводила мероприятия по спасению людей. То есть погибли уже 19 подтвержденных жизней. Мы потеряли от этого удара по Одессе. То есть это в чистом виде геноцид. Ну, естественно, за этот геноцид придется российской нации, конечно, отвечать, потому что здесь уже такие действия никто не оставит безнаказанными. Пане Романе, нам потрібно захистити українське небо, і виробник систем НАСАМС обіцяє влітку відкрити завод із виробництвом ракет. Про це повідомляє компанія «Кьонсберг». Ми знаємо, що Сили оборони України раніше отримували на озброєння зенітно-ракетний комплекс «НАСАМС» ще у листопаді 2022 року. Та чи варто нам очікувати на поповнення ракет до цієї системи і чи варто очікувати допомогу від цієї компанії? Норвежцы сделали очень хороший комплекс. Долго не думали, я так понимаю, то есть приняли решение, так как и все остальные компании в этом тысячелетии, большинство компаний, АРСТ, СЛМ и СМТ, то есть АРСТ это немцы, СМТ это итальяно-французский комплекс, на определенных ракетах воздух-воздух. Вот в СМТ ракета Астер-30 используется, это воздушная ракета, истребители запускается. Та же самая ракета IRIS-T используется в IRIS-T-СЛМ в немецком. И ракета ЕМ-120, которая используются те же F-16, вот нам придут F-16, они как раз придут с этими ракетами, ЕМ-120. Потому можно считать F-16 таким себе летающим НАСАМСом, или наоборот, НАСАМС приземленным F-16. Эти ракеты запускаются из тубусов, естественно, системой управления. НАСАМС, норвежцы собрали такую систему, очень хорошая, дешевая, с одной стороны, система, если считать, потому что ракет достаточно, их десятки лет уже выпускают, тысячи ракет выпущено. Ну вот производители решили свою ракету, скорее всего, более модернизованную. Может быть, она будет чуть дальше работать, километров хотя бы до 70, если они ее дотянут, то это будет довольно-таки хороший толковый комплекс. Им можно будет заменить С-300, который есть у нас, тоже 70-километровые зенитно-ракетные комплексы. Я думаю, так это и будет сделано, потому что дальность зенитно-ракетного комплекса как раз определяется самой ракетой. Локаторы в основном видят далеко, за 100 километров, а вот ракета в зависимости от двигателя, она идет определенное расстояние. Потому, скорее всего, будет модернизована ракета, либо будет добавлен пороховой ускоритель, как это сделано в Астер-30. А там добавили пороховой ускоритель, который дает возможность ракеты долететь до 100 километров дальности, даже иногда до 100-120. То есть по этому пути пошли норвежцы. Я думаю, получится хороший комплекс, новый, модернизованный, естественно, с ракетами. Ну и нам точно достанется, так как, ну, по крайней мере, несколько экземпляров, так как мы сейчас, конечно, очень нуждаемся в этих комплексах. Так звані вибори Путіна Росії розпочали сьогодні. Сам кривавий диктатор вже проголосував. Звісно, хто переможе, для всіх очевидно. Не очевидно, принаймні, яку цифру намалюють, там 80, 90 чи 100% підтримки. Але от, на вашу думку, цей Путін версія 4.0 якимось чином, чи буде відрізнятися в контексті прийняття військових рішень? Победит Путина подобное существо. Двойник, тройник, пятерник, удлинитель, это неважно, уже определить практически невозможно. Даже по физиологическим некоторым следам, так как эти все следы собираются в чемоданчик и утилизуются, по некоторым сведениям. Потому точно можно сказать, что победит Путина подобное существо. Примерно 83% нарисуют ему голосов избирателей. Но это, кстати, недалеко от истины. То есть где-то реально 2/3 россиян поддерживают геноцидную политику, которую ведет путиноподобное существо в последнее время. Это геноцид против Украины. Потому ничего здесь, так сказать, необычного нет. Переписи одного на другое. Ну а к чему это приведет? К продолжению той политики, которую россияне вели до этого действа. То есть, но есть интересный вопрос. Дело в том, что выборы проводятся на территории Украины. То есть 5 областей украинских, Крымская, специально говорю, область, не может это быть республика, потому что у нас унитарное государство, у нас конституция унитарная, потому Крымская область, часть Херсонской, часть Запорожской, часть Донецкой, часть Луганской областей. На этих территориях тоже организуются эти псевдо так называемые выборы, а это значит ломает полностью правовое поле этих выборов как таковых. Потому можно считать еще до переписывания одного на другого Путина. Можно считать, что это путиноподобное существо, оно нелегитимно однозначно как раз из-за этого, из-за этих выборов на наших украинских территориях, проведенных псевдовыборов. Потому большой вопрос будет к тем правителям республик, которые будут после этого принимать это существо, принимать у себя как руководителя государства. А он нелегитимен изначально, априори нелегитимен. Значит, либо будут принимать как узурпатора, либо эти правители будут сомневаться в том, что наши 5 украинских областей принадлежат Украине. Это касается всех. Эрдоган уже собирается принимать Путина, еще не зная результатов выборов, а он уже принимает Путина, то есть заведомо зная, кого перепишут на кого. Есть эта большая проблема, сейчас нам надо ее поднимать в мире. Сейчас Украина подняла вопрос этот в Совбезе, скорее всего, в ближайшее время будет Совет Безопасности собран как раз по этому вопросу, по проведению выборов россиян на нашей территории, а это значит, надо поднимать вопросы и вообще о легитимности этого существа, который считает себя руководителем российской пока еще империи. У ніч на 15 березня безпілотники атакували підприємство «Первий завод» у Калузькій області Росії, яке займається переробкою нафти. Ймовірно, це підприємство путінський режим використовував у своїх військових цілях, враховуючи системне чи нещоденне ось таке враження цих і нафтових заводів, і не тільки. Що зараз із переробкою нафти по всій території країни-агресорки? Продолжается наложение санкций Малюка. Самые действенные санкции на углеводородную отрасль как раз от Службы безопасности Украины. Мы уже это заметили не только внешние страны, а в России это тоже заметили. У россиян чуть больше 30 больших нефтеперерабатывающих заводов. Чуть больше 30. Чуть больше 80 малых НПЗ, и сейчас больше десятка строится еще. Чуть больше десятка строится еще. То есть можно сказать, чуть больше сотни НПЗ у россиян есть, и уже 10% их отминусовано, или, по крайней мере, выведено из строя, так как спецслужбы четко понимают, куда бить для того, чтобы полностью весь завод вышел из строя. Бьют либо по возгонным емкостям, либо по установкам подготовки нефти, предварительной подготовки нефти, что выводит из строя завод иногда на года, потому что некоторые моменты надо перепроектировать. Производство в России некоторых элементов затруднено, и им приходится закупать за рубежом, а санкции не дают уже, те санкции, которые как-то пытаются ввести сообщество демократическое. То есть удары очень болезненные для россиян. Можно сказать, что как минимум 10% уже отминусовано углеводородной отрасли, а надо сосредоточиться на нефтеперегонке, так называемой, нефтеперекачке. Особенно по нефтяным терминалам, нефтяным маякам типа Новороссийского. Вот давно уже что-то не прилетало в ту сторону, наверное, полгода. Надо будет попросить на БИС еще раз исполнить этот удар службы безопасности, который был нанесен где-то полгода назад по Оленегорскому горняку и по нефтяному маяку одновременно. Неплохо получилось. Тогда вывели из строя этот нефтяной маяк и притопили Оленегорский горняк. В стих получается. Интересно они это все собрали. То есть именно когда попросим на БИС и произведется удар еще и по Новороссийскому терминалу, можно говорить, что где-то половина экспорта российской углеводородки на Запад, она точно отминусует. Потому вот самые оптимальные, самые эффективные санкции — это именно санкции малюка. Втім, також, пане Романе, була бавовна і військовому аеродромі Воронезької області. От що вам відомо про цей удар та наскільки багато техніки вдалося мінуснути? А это уже санкции Буданова в действии. Дело в том, что каждая спецслужба действует в рамках своих полномочий. Экономика и производство, допустим, того же топлива для армии — это работа служб безопасности. Малюка, а работа по военным объектам напрямую, по аэродромам, по заводам военным, это уже прерогатива Главного управления разведки. Еще одна наша спецслужба будановская, которая выполняет эти задачи. То есть удар был нанесен по летному полю, по расположению авиационной техники, радиоэлектронного оборудования и аэродромно-технического оборудования. Количество поврежденной техники, я думаю, в ближайшее время Главное управление разведки доложит, в том числе и в свободный доступ. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський після першої, точніше, загалом після поїздки на позиції розповів, що російські війська зосередили основні зусилля на Авдіївському напрямку та вже кілька днів намагаються прорвати оборону сил оборони України у смугах трьох бригад. І щодня кидаються у бій штурмові підрозділи на техніці та в пішому порядку з боку окупаційної армії. Що нині відбувається на Авдіївському напрямку та чому і наскільки активізувався ворог? Ну, это, скорее всего, не активизация, это продолжение боевых действий, которые начались перед Новым годом, так называемая зимняя военная кампания россиян. Они в прошлом году собрали достаточное количество личного состава, техники, боеприпасов, чтобы провести зимнюю кампанию. Задачи ставились, слишком амбициозные. Выйти на административные границы Луганской, Донецкой областей. То есть изначально стартово такие большие наполеоновские планы. Мы с вами об этом говорили. Не удастся им это сделать однозначно. Сил, средств не хватит, а оборона наша там в три линии обороны, пробить их практически невозможно. Потому они сосредоточились, понимая бесперспективность этих задач, сосредоточились в основном на Донецком направлении и Бахмутском направлении. Почему Донецкое и Бахмутское? Бахмут находится под ударами нашей артиллерии Часовьярской. Это господствующая высота, район Часовьяра. И арта, которая стоит в этом районе, достает практически до всего города, контролируя целый российский бахмутский гарнизон. Они город развалили авиационными бомбами артиллерии, сейчас прятаться не могут от нашей арты. Единственная проблема у нас были, когда не хватало боеприпасов, мы оставили некоторые позиции, и россияне попытались продвинуться к Часовьяру. Они будут дальше продолжать это делать, вне зависимости от общего состояния дел на фронте. То есть для них это раздражающий фактор, это господствующая высота. Вторая такая точка — это Донецк. Задача там стояла сначала дойти до границ Донецкой области. Нереальная задача, они ее сократили. Сейчас пытаются выдавить наши войска до второй линии обороны, которая была в свое время там отстроена, исходя из некоторых географических моментов, превышений по правому берегу рек и каскада водохранилища от Очеретина к Каховке, Карловки и Курахова. То есть это как раз такой раздел по воде. И вот они будут пытаться нас выдавить до второй линии обороны. Одна из задач — это как раз район Авдеевки, вторая — это район Маринки, северо-запад и юго-запад Донецка. Красногоровка где-то чисто по западу находится, это Донецкая Красногоровка, она удерживает, то есть там гарнизон довольно-таки серьезный сейчас стоит, удерживает это направление. Потому они будут и в ближайшее время, и в будущем, то есть они останавливаться точно не будут по этим двум направлениям, но будут пытаться выдавить наши войска до Карловки в районе и до Черетина в районе Авдеевки, до Курахова в районе Мар'їнки и до Часов Яра в районе Бахмута. Тим часом, пане Романе, маємо заяву і від євродипломатів про результат війни РФ і проти України. Вирішиться навесні або влітку, про це запевнив Жозеп Борель. От, пане Романе, поясніть нам, будь ласка, це політична чи військова заява? Про що, на вашу думку, каже Борель? І чи не натякає він таким чином про можливі перемовини? Ну, однозначно ні о яких переговорах європейці вже намікати точно не будуть. Вони прекрасно розуміють, любые переговоры – это значит штык в землю, а любая передышка российской армии – это накопление сил, средств, ресурсов и последующий удар. Мы это уже видели неоднократно, потому кто-кто, а европейцы точно на это намекать не будут. Это американцы могут поелозить с этой темой, тот же Папа Римский с мамой Берлинской могут то же самое. Это и китайцы, и Эрдоган иногда, когда надевает маску барыги очередного, тогда он тоже эту тему иногда поднимает. И европейцы уже точно нет. Они прекрасно понимают, что та борьба, которую мы сейчас ведем, она не может остановиться ни на секунду, потому что передышка даст возможность Путину перезарядиться, он ударит дальше и дойдет до Европы, в том числе уже до Центральной и до Ла-Манша без проблем, так как довольно-таки серьезная экономика, потому нет. Скорее всего, это имеется в виду, что к концу весны, к лету подойдет авиация. То есть эти все вопросы будет решать авиация. Это такой геймченджер. Кто бы что ни говорил, но уже все прекрасно понимают, что авиационная компонента дает, если есть превосходство в воздухе, это практически стопроцентная победа. Даже россияне это, с одной стороны, показали, используя авиацию с дальних рубежей, но используя кабы, корректируемые авиабомбы, они разбили практически несколько городов этими кабами, а это авиационная компонента. А если это будет можно делать свободно падающими авиабомбами при завоевании превосходства в воздухе и работе бомбардировщиков и штурмовиков непосредственно по целям, а не используя корректируемые планирующие авиабомбы, это даст серьезный толчок в наступательных действиях уже украинской армии. Это как раз может быть с приходом авиации, опять же, если она зайдет в достаточном количестве, и в это время весна, то есть конец весны, начало лета. Видання «Ле Monde» повідомляє, що канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував створення коаліції далекобійної артилерії. Хто може з країн увійти до цієї коаліції та що мається на увазі? Артилерійські установки, артилерійські боєприпаси чи все разом? Ну, если артиллерия, понятно, то средства поражения и средства доставки средств поражения. То есть это стволы, это артиллерия и, естественно, боеприпасы. Может быть, часть контрбатарейных радаров. А это значит Норвегия, это значит Швеция, арчеры, это значит Франция, Цезарь, само собой, Германия, Чехия, Польша, Болгария. То есть это такие основные страны, хотя к ним могут подключиться и Греция. Греки сейчас раскрыли интересный пакет, там и гаубицы М114 американские в достаточно большом количестве, и боеприпасы, и ракеты. то есть греки тоже вступают в такую коалицию, испанцы могут помочь, в Испании достаточное количество артиллерийского вооружения. Но я думаю, то есть где-то половина Европы, имеющая остатки или на данный момент ненужное им вооружение, они могут поделиться. Також і Болгарія відправила в Україну всі 100 БТР-60, які були обіцяні минулого року. Пане Романе, що це за БТРи? Поясніть, наскільки вони нині будуть дієвими на фронті? Ну, БТРы, как любая, в принципе, боевая бронированная машина, у нее основная задача – это защита экипажа, защита десанта от средств поражения противника, исходя из своих возможностей. То есть быстрая доставка десанта, прикрытие десанта, вывоз, то есть отход с десантом. Это основная задача БТРов. Зависит еще от обвесов, которые будут на этом БТРе, то есть определенных средств поражения. Может быть ракет, может быть пулеметов, то есть в зависимости от обвеса тот, который будет заходить. Хорошая машина, сотня машин нам точно поможет, она спасет не одну сотню жизней. Не одну сотню жизней эти машины, когда принимают на себя удары, они неплохо себя показывают. А болгары, конечно, неплохо себя показали, выполнили то обещание, которое давали нам о передаче восстановления, они действительно их восстановили, поставили в строй, и сейчас они станут у нас на боевое дежурство. Пане Романе, дякую вам за цю, як завжди, змістовну розмову. Дякую за вашу аналітику та чіткі відповіді. Я нагадаю, Роман Світан, льотчик, інструктор та полковник запасу Української армії, відповідав на найголовніші питання сьогодні. А з вами були Владислав Соловйов, Ольга Білан. Конвертуйте свою лють в донати та лайки під цим відео. Та побачимось в ефірі на 24-му.